Криптовалюты являются практическим доказательством успешной работы блокчейн-систем. Их изучают крупнейшие банки и корпорации, а финтех-индустрия и вовсе называет блокчейн величайшей технологией современности. Но несмотря на ее большую популярность, далеко не все способны осознать ее истинные преимущества и целесообразность использования. Прежде всего, давайте разберемся, что же такое децентрализованная блокчейн-система и как она работает. Рассмотрим ее с позиции платежной сети. В случае с банковской системой или госучреждениями, все данные хранятся на серверах, принадлежащих владельцам данных структур. В случае с блокчейн все обстоит иначе. Информация хранится одновременно на всех компьютерах пользователей, подключенных к сети. В блокчейне ваш счет нельзя заморозить, а средства арестовать. Надежность системы регламентируется криптографией и математикой, а не правовыми контрактами или человеком. В этом и заключается уникальность блокчейн, в отличие от традиционных сетей, во главе которых стоит управляющий. Однако при всех позитивных качествах у блокчейн-систем есть существенный недостаток. Технология слишком сложна, чтобы обратиться к широкой аудитории. Что же мешает криптовалютам полностью заменить традиционные виды денег? Во-первых, это низкая пропускная способность, всего 15 транзакций в секунду. Для сравнения, платежные системы Visa и MasterCard способны обрабатывать до 24 тысяч транзакций в секунду. Во-вторых, это сложность при использовании блокчейн-инструментов. Особенно это касается начинающих пользователей. У многих проблемы возникают даже при выполнении самых простейших действий, таких как создание кошелька или выполнение транзакции. В-третьих, рынок товаров и услуг, которыми можно обмениваться за криптовалюту, слишком ограничен. Спрос на цифровые деньги исходит в основном от биржевых спекулянтов, а не от обычных пользователей. На сегодняшний день попросту не существует криптовалюты для использования в обычной повседневной жизни. Например, покупка еды, оплата жилья и других счетов. То есть полноценная альтернатива традиционным деньгам. Мы предлагаем собственное решение, способное удовлетворить потребности миллионов пользователей по всему миру. Acrona Open Network – это децентрализованная Proof of Stake криптовалюта нового поколения с открытым исходным кодом. Эмиссия Acrona Open Network, или сокращенно AON, строго регламентирована и составляет 21 миллион монет. В AON собственный блокчейн с открытым исходным кодом. Вы можете использовать платежные средства AON в любых сервисах, интегрированных в экосистему Acrona. Это может быть покупка и продажа товаров, интеграция монеты в собственный бизнес в качестве платежного средства, получение комиссии, выплачиваемой майнерам за обработку транзакций в сети, голосование, необходимое для поддержания или противодействия изменениям параметров протокола. Давайте подробно разберем, что такое Proof of Stake Mining, он же POS Mining, и как он работает. Существует два вида майнинга – Proof of Work и Proof of Stake. Людям, которые только начинают знакомство с криптовалютами, очень важно понимать базовые отличия между этими двумя видами майнинга. Proof of Work, или как его называют POW Mining, имеет ряд технических сложностей и подойдет далеко не каждому. Первое – это наличие специализированного оборудования для майнинга, которое необходимо купить, разместить и правильно настроить. Второе – это большие затраты на электроэнергию, необходимую для круглосуточной работы майнинг-фермы. Третье – это регулярное обслуживание и поддерживание правильных условий содержания фермы. Организация POW майнинга – это сложный процесс, который подойдет далеко не каждому пользователю. Теперь рассмотрим альтернативный способ добычи криптовалюты – Proof of Stake, он же POS майнинг. Эта уникальная технология является новой главой в эволюции блокчейн. Алгоритм POS прекрасно себя зарекомендовал и успешно применяется крупнейшими крипторазработчиками. В чем его уникальность? Посудите сами. Чтобы запустить POS майнинг, вам не нужно никакого оборудования вообще, никаких майнинг-ферм, никаких энергозатрат и, самое главное, никакого контроля. Физическое взаимодействие минимально. Все, что необходимо, это обычное устройство с выходом в интернет и регистрация кошелька. Для этих задач подойдет любое устройство, даже с самым ограниченным ресурсом мощности. В Acrona Open Network процесс POS майнинга реализован еще удобнее. Благодаря технологии Cloud Network вам даже не нужно находиться в сети.
все происходит удаленно, без вашего участия. Взаимодействие пользователя и блокчейна происходит с помощью сервиса Acrona Mining, интегрированного в ваш личный кошелек. Это значит, что добыча монет происходит внутри вашего кошелька без передачи управления третьим лицам. Все удобно, интуитивно понятно и находится в одном месте – в вашем кошельке. Acrona Mining приносит гарантированное вознаграждение от 7 до 25% в месяц в виде новых монет AON. Вознаграждение начисляется ежесекундно, в режиме реального времени. Все, что вам необходимо – разместить монеты на балансе кошелька в количестве от 10 AON и выше. Вы являетесь единственным владельцем своего кошелька. Безопасность обеспечивает блокчейн, что исключает любые манипуляции и гарантирует полную сохранность ваших средств. Процесс работы Acrona Mining делится на два последовательных шага. Шаг первый. Создайте кошелек на официальном сайте Acrona Open Network по адресу acrona.io. Этот процесс занимает всего несколько минут. Шаг второй. Пополните баланс кошелька. Майнинг запускается автоматически от 10 AON на балансе кошелька. Вы можете использовать добытые монеты в экосистеме Acrona, либо обменять их на другие виды валют. Процент вознаграждения в Acrona Mining зависит от трех коэффициентов. Давайте разберем их по отдельности. Первый коэффициент – это количество AON на балансе вашего кошелька. Чем больше на нем находится монет, тем выше процент вознаграждения в майнинге. Второй коэффициент – это время и продолжительность работы монет, единица измерения сутки. Чем дольше ваши монеты участвуют в майнинге, тем выше процент вознаграждения. Третий коэффициент – это суммарный объем монет в ноде под вашим кошельком. Разберем этот коэффициент более подробно. Каждый пользователь Acrona Mining может развиваться коллективно, вместе с другими участниками ноды, повышая не только свой процент вознаграждения, но и других людей. Давайте представим, что вы вступили в ноду и на балансе вашего кошелька 100 монет. В данном случае для вас суммарный объем в ноде составит 100 AON, то есть ваш личный баланс, который участвует в подсчете. Теперь представим, что к ноде присоединится новый кошелек, на балансе которого 50 монет. Его учетная запись автоматически разместится под вашей, и объем ноды для вас будет уже 150 AON, то есть ваши 100 монет и 50 монет нового пользователя. Далее к ноде присоединится другой участник с балансом 200 монет. Считаем 100 монет ваши плюс 250 монет у новых участников. Следовательно, объем ноды для вас составит 350 AON. По мере развития ноды, в которой вы состоите, будет постоянно повышаться и ваше вознаграждение. Чтобы рассчитать потенциальный процент вознаграждения более удобно, прямо в кошельке размещен калькулятор майнинга. Укажите свои значения, и программа автоматически рассчитает, какой процент будет присвоен вашему кошельку с учетом его индивидуальных характеристик. Нода – это выделенный сервер, размещенный в блокчейн. Нода открывает новые возможности ее владельцу и всем участникам в виде повышенного вознаграждения в майнинге. Стать участником ноды можно двумя способами. Либо присоединиться к существующей ноде, либо создать собственную ноду. В этом случае за вами закрепляется пожизненное право на ее владение. Стоимость ноды – 1000 AON, которые в момент создания должны быть размещены на балансе вашего кошелька. Средства депонируются в блокчейне, но это не мешает им участвовать в майнинге и приносить вознаграждение. Все кошельки, которые присоединяются к ноде, автоматически размещаются друг под другом. Их взаимодействие в подсчете происходит на бесконечное количество линий в глубину. Таким образом, коэффициент «суммарный объем ноды» повышается у всех ее участников. Монета AON реализована на базе собственного блокчейна Acrona. Рассмотрим ее основные характеристики и преимущества. Алгоритм консенсуса Proof of Stake. Для майнинга вам не нужно специальное оборудование, требующее больших энергозатрат. Гибкая архитектура Acrona Blockchain с легкостью справится даже с самыми высокими нагрузками при росте числа пользователей. Максимальная безопасность с применением передовых технологий защиты данных. Высокая пропускная способность транзакций. Acrona Blockchain способен обрабатывать тысячи транзакций в каждом блоке, что делает процесс отправки практически мгновенными. Современная адаптация под мобильное устройство позволяет управлять процессами даже с обычного смартфона из любой точки мира. Вся деятельность блокчейн, а именно статистика и учет всех транзакций, отслеживается с помощью Acrona Blockchain Explorer. Доступ к нему находится прямо в кошельке. Цифровая валюта AON предусматривает наличие собственной экосистемы.
Она представляет из себя крупнейшую сеть цифрового контента и физических товаров. Все проекты взаимодействуют посредством криптовалюты AON и объединены в одной платформе, которая поддерживается сообществом. Мы поставили глобальную задачу – достичь отметки в 2 миллиона активных пользователей AON уже к концу 2022 года. Текущая динамика развития говорит о том, что это произойдет гораздо раньше. Участники экосистемы Акрона – это не только физические лица, но и поставщики, сервисы, приложения и другие экономические агенты. Платформа Акрона содержит линейку специальных модулей для интеграции и использования партнерскими проектами. Это инструменты для микроплатежей, краудфандинговые площадки и многое другое. Если вы владелец собственного бизнеса, обязательно изучите все существующие модули Акрона. Мы уверены, каждый найдет то, что принесет пользу именно его бизнесу. Всего в первом блоке Genesis выпущено 21 миллион монет. Их распределение выглядит следующим образом. 2% от этой суммы, 420 тысяч, является первичным распределением AON на момент релиза Акрона блокчейн. 4%, 840 тысяч, это объем, зарезервированный для вознаграждений в процессе развития сети. 52%, 10 миллионов 920 тысяч, объем монет, предназначенный для добычи AON валидаторами сети посредством Акрона майнинг, средства, зарезервированные в блокчейне, в первом блоке Genesis. 42%, 8 миллионов 820 тысяч – резерв, предназначенный для создания стратегических партнерств и развития экосистемы. Публичная продажа этих монет запрещена, а управление фондом происходит за счет сообщества. Весь объем распределенных монет зафиксирован на 4 публичных кошельках. Их управление происходит системно, с помощью блокчейн. Надеемся, вам понравился обзор Акрона Open Network, и вы обязательно станете частью нашего сообщества. Добро пожаловать! Для регистрации на платформе и дальнейшей покупки AON перейдите на официальный сайт acrona.io.